Однажды хозяйка гитары, которую я ремонтировал, попросила перемонтировать скрипку. Но я посмотрел, что вроде как не Страдивари, состояние плохое, хуже ей уже не будет, я взялся за этот ремонт. И тут оказалась такая интересная история. Дека верхняя снялась без распаривания, без горячей воды. И с обратной стороны деки появилась надпись. Надпись разделена на две части, до пружины и с правой стороны от пружины. Не все читается хорошо, но если присмотреться и призадуматься, читается очень интересная фраза. Давайте прочитаем ее, укрупнив часть деки, где она нанесена. Достаточно давно к скрипичному мастеру попал этот инструмент. Видно, он был огорчен тем, как обращались с инструментом, нанесенными ему повреждениями. И написал он следующую фразу. Надпись на внутренней стороне деки гласит, слева от пружины: идиоты не должны играть на скрипках, справа от пружины. Для них есть барабаны или дудки. Ниже подпись, еще ниже год, в котором эта подпись была нанесена.